Доброе утро всем, девочки, мальчики. У нас погода... У нас погода ужасная. Проезжаем здесь мимо полей. Хотела вам показать. У нас просто обычные поля. Обычные, не знаю, что там, кукурузу выращивают. И здесь на Новый год всегда приезжает цирк. И стоит вот прямо на этих полях. Без всяких построек, без всяких там разных дел. Приезжают на поля, выставляют шатер. Лошади, там верблюды, слоны пасутся на этих полях, и все нормально. Я думала, это один раз. Нет, это постоянное место у них. Новый год, Рождество обязательно приезжают. А мы едем сейчас в Веслинген. Нужно нам там по делам сходить в магазин, закрыть эту страховку на фотоаппарат. Потом надо в банк пойти по делам. Там, короче, занимаемся с утра. Я сегодня работаю во вторую смену, поэтому с утра дела и вечером на работу. Наша стеклянная вышка. Чей? На серпантине здесь обычно стоят и теплицы много. Вот там вот вдалеке уже городок. Веслинген. Гляньте, сколько ежевики по над дорогой. Ну, здесь ее никто, конечно, не собирает. Птицы. Ой, все эти серпантины мне аж... Погода пасмурная. Написано, что всю неделю будет дождь. А вон, видите, по обочине посрезали деревья, и опилки сразу оставляют там. Ну, как бы срезают деревья, сразу опилки перерабатывают в опилки, оставляют, вон, видите? Не знаю, не видно, я без очков просто. Наш негр. Поднялся, да? Асая Акваси. Вот в этом районе где-то есть русская церковь. Я все хочу туда сходить. Но она как бы не русская, но греческая, что ли. Но она построена как русская, с куполами, с красивыми. Эти дома мне нравятся, но то, что они над дорогой построены, не очень впечатляет. Так, в банке уже были, все сделали. Идем. Oppure mettiamo un euro da qualche parte qua. А нет, бус, нету парковки. Вот здесь Пока. Это здание, я уже рассказывала, что самое старое завод шампанских вин в Германии. Называется Кеслер. Фреда, си. Тут еще Новый год. В банк мы ходили, потому что мне прислали 3 карточки. Они по почте присылают карточки с пинами, со всеми делами. Ошибочно. Короче, а те люди, у кого 3 карты, должны за 3-ю уже платить. Вот я сегодня ходила разбираться, зачем мне 3-я. Ну, не я по ошибке прислали, чтобы типа потом я платила за нее. За всеми следить и следить надо. Зайдем в этот магазин, где фотоаппараты продают. Уберем страховку. Снимем там в месяц, нужно страховку. Он-то тупаги, пер один монат секурац. Не, допасы. 30 евро надо платить, короче. Первый месяц ты бесплатно страховку, ну, когда покупаешь фотоаппарат. А дальше, если ты ее не снимешь, не уберешь эту страховку, каждый месяц 30 евро нужно будет платить.
Видите, пакеты почтовые стоят просто так на улице. Знаете, мне нужны вот такие держалки для фотоаппарата. Ну, цены вы посмотрите. Короче, в руках поношу. Почта на таких велосипедах ездит. 10 минут. Да. Экскурсия ходит здесь. Тепло, но пасмурно. Огроменный дом. Вы обратили внимание, нет радужных флагов. А здесь уже не знаю, что это вверху. Елка на этом, на шесте какая-то стоит. Честно сказать, не знаю, что. Гербы. Ну все, в принципе, это такая у нас площадь в городке. Небольшая, уютная. Соло Сабана. Это площадь рыночная. Здесь по выходным, по субботам рыночек. Возле церкви, возле кафешек разных. Ну, в принципе, такую небольшую экскурсию. Спасибо, очень уютный городочек, мне очень нравится он. Еще б машин поменьше было. Без машин, видите, тоже никуда. Все, ребятки, поделали свои дела, едем домой. Ну, кто домой, а кому потом еще и на работу идти. Ветер вообще, я в капюшоне ходила. Это 10 деток, 2 воспитательницы с ними. Сейчас еще на заправку нам нужно будет заехать. Хорошего дня. Пока-пока.